Итак, всем привет, с вами Игорь. Сегодня продолжаем проходить Darksiders. Остановились мы на том, как то есть остановились на втором страже. И, собственно, заработали мы навык какой-то вызывать этого стража, того самого, да, чтобы он проходил сквозь двери. И все. И сейчас там дали квест, чтобы найти каких-то мудил или их убить. Как мы умеем, да. Сейчас страж обойдет и справится с этим легким делом. Кстати, как навык называется? Что-то играю вообще. Отлучение, о. Отлучение. Плохой таки навык добавляет немного логики в игру, в самую. Естественно, это сделано все для того, чтобы мы в этой игре не скучаем. Где сам страж? Где он шарится? Скоро ей не надо. Нет. Сюда, значит, сюда надо. Чё, вот этот сундучок достать. Знать бы как. Чёрт. Я думал, она успеет подняться. Не понял. Да. Черт, а чё я тут оказался, не понял. Что за западло? Почему оно? А. Топлю. Тут все надо идти сюда, а потом надо нам передаться, чтобы ты туда. Какого хера нас восстанавливает вот это место? Чё за параша? Реально, я заколебался как-то. Чё страж, блин, не идёт, а летит, он с меду на скорость. То есть не держит. Меняем на мертвый уклад. Тут геморрой, да? Сейчас упадешь, я хочу по мне. Да, так, по навыку. По навыку. Куда его нести? Стоп. Думаю, тут ключ будет лежать. А не, как-то. Как-то. Как-то так, как-то. Это не надо разбивать. Не понял. Куда еще кидать там? Так, все вроде. Теперь нам надо взять этот фонарик и тащить его. Тащить, тащить, а именно куда тащить? Ну не сюда, это точно. Вот так куда
швырнуть, что ли? А, все понял. Так, страж, страж, страж. Так, все. Вроде бы как. Компьютер. А, смотрите. Что это? Балда на телепался. О. А дальше этот. Раз. Все, теперь нам доступен сундук. Два сундука у нас есть. Вот так, в зале. Серпы продать. Все, что ниже, мы продаем. Повернуть раз, повернуть два. Все. Войти 3. Считаем. Обвал, это чего? Если я знаю, если я упаду, я не поднимусь. Вот сюда пройдем. Тут нужно залезть, кстати. Ага, напротив. Я думал, надо было по стене цепляться. Отлично. Чувак, иди дальше. Вот. Во всяком случае, ящик не получили. Нам наверх забраться. Никак, никак, что-то. По-новому. Сейчас смотрите еще один сундук. Или запрыгну. Что-то у нас оружие так выпадает. Самое хорошее выпало. Это щит. Последний раз. Ой, то есть щит, это спис. На этом наш фарт закупки заговорился, то что не проспался. Наш фарт по сундукам закончился, поэтому что-то не фартит с ними. Нам долететь, потом нажать. Так. Первая душа, это все. Надо еще две найти. Сейчас всегда монстры. Вся фигня. Куда у нас есть? Есман. С такими врагами я сразу иду в нокаут. Это все. Гейм овер. Не знаю даже, где брать вот эти... ампулы жизни. Короче, уклонами надо бить этих зверей. Thank you.
Ничего там не упало внизу. Вещей нету как-то странно. Ну ладно. Так. Первую душу мы-то убили, а спускаться, лететь вниз. Что? Где-то ворона сидит. Там. Где-то летает, а где? Что-то у нас внизу. Сюда труда нам не составлены. Здесь я вроде был, что знакомое место. Тут. Вроде тоже было. А, мне на отдых надо идти. Где-то вот здесь ворона. И... Я повинуюсь. Да, наверное, возвращаться. Хотя у нас только одна душа, надо еще две где-то. Ему я уже облазил. Сейчас посмотрим, что он нам скажет. Потому что одну душу мы найдем и, в принципе, убьем его. Мне кажется, все равно сражаться будет. Хотя не, не убьем, потому что я ж прошлого не убил, да, его просто использовали. Все, пощадил. Поэтому... Надо, походу, не убивать, а просто выйти. Все равно что-то сюда вернулся, не понял. Наверх не надо, потому что будет, блин, что-то какое-то кинуть. И двери. Скиллы эти. Ну, бинтить надо. Гляньте, а теперь нельзя использовать. Чуги.